Здравствуйте, всем большой привет. Я хотел с вами поделиться своим опытом получения яиц в домашних условиях. Сегодня мы завезли в свой мини-курятник партию куриц из птицефабрики. То есть они взяты были на птицефабрике. Вон это гнезда у нас, там, где они не должны нести яйца. И в одном из гнезд лежит искусственное яйцо для того, чтобы они примерно знали, где нужно нестись. Мы сегодня привезли партию курочек в свой мини-курятник, который построили еще в прошлом году. Он сделан в деревянный, размер его 1 на 1,5 метра, высота. Был заказан из деревянного туалета по своей конструкции. Гнезда вынесены в сторону, то есть за загон. Загон 2 на 3 метра. 2,50 на 3 метра. Загон перекрывается будет. Огорожен сеткой рабица. И уже второй год мы его эксплуатируем. Курицы взяты из птицефабрики, несушки. Сегодня первый день, как их привезли, вон они сгрудились в кучу и согреваются. Еще не имеют никакого опыта, кроме содержания в клетках. То есть они несушки, уже им 10 месяцев, и содержались в клетках на птицефабрике. Курятничек у нас вот такого размера, покрашен. И покажу сейчас внутреннее убранство его. Вот это внутренности курятника. Сделано два насеста. В прошлом году мы содержали 10 кур, но было немножко тесновато. Вот. Вообще площадь всего курятника, значит, 2,50 на 4 метра, 10 квадратных метров. То есть это с огороженной территории сделана ограда из сетки, рабица, каркас деревянный и натянута сетка сверху. А также будет в этом году он покрыт пленкой, чтобы не намокала сама территория. Но вполне удачная конструкция получилась. Вот сегодня первый день. Курицы еще ничего не умеют. Ни кушать из кормушки вот такой. И даже живых червей они никогда не видели. Для них это было чудо. То есть нужно всему учить их. Но курочки здоровые. Вполне эксперимент этот, я думаю, будет удачным. Спасибо за внимание.